Добрый Замена день, всем привет. Фильтра. Замена топливного фильтра на Range Rover? Да. В смысле? Прямой. Вот это? Да. Да ну не гони. Серьезно? Да нет, вы что-то, наверное, там может люк есть в салоне? Есть. И что? Через него ничего не вылазит. Да нет, вы, наверное, не знаете просто. Конечно. Слышишь? Пишут зрители, Руслан, покажи Ниву, Руслан. Они думают, что я продал, наверное, да, Ниву? И купил Range Rover? Не, Нива вот, смотрите. Тут дверь белая, как Range Rover, смотрите, да? Похоже вообще. Вот уже все почти готово, смотрите. Кулаки стоят, да? Кулаки стоят, короче, вспоминали вы меня тут не один раз, я понял, с этой Нивой. Мы неделю про тебя уже помним. А вот мой редуктор. А что такое? Короче, тут еще чья-то Нива. Очень известная вообще. Посмотрите, какой тут салон. Тюнинг, руль, торпеда, колеса, Ханкук. Грязевые сняли пока. Андрюха, сколько в день эта Нива проезжает по асфальту? Минимум 200 в день, представляете? А что ты говорил, 225 гривен на 100 километров? Всего. Так это дешевле, чем у дельфина электромобиль белый. Не, не белый, у него серый. Не, у него что? Шо, да. Сколько у него на сотку киловатт? 17? Ну, что-то такое, да, да. По 15 гривен. И что это выходит? Сейчас мы занимаем. 17 на 15, но это дороже. 240. Да. Я ж тебе говорю, что дороже. Вот эта тачка. Какие, блин, ID4, да? Ну, можно было поменять, бы такие, как у них. На ID4 поменялся? Конечно. Без доплаты, да? Согласился. Поменялся, наверное, даже на ID2. Началось. Вот зеленая мечта есть. Рычаг как починили люди на совесть. Вот видите? Вон спереди машина с ними. Сделана на совесть. Машина стоит дешевле айфона, блин. Где? Вот. Киркунов написано. Машина дешевле айфона. Генераторы кому? Давайте покажу. Кому надо, еще пока есть. Смотрите, какие красавцы. 48 килограмм. Медь, все дела. Ну, хорошо работает? Ты протестировал уже? Ну, о, вот эта тачка, да? Да, тачка дешевле айфона. Дешевле? 49 тысяч. Бензиновая? Да. 49 тысяч гривен? Да. И что, белая тоже? Ого, как дверь открывается. Нифига себе, так она тут вообще крутая. Внутри. Поедет по ценам. 49 тысяч гривен. Поедет. А, и мотор вон есть. Да. И газ стоит. Даже сервисная книжка есть. Это полный фарш вообще. Нормальный аппарат. А, и разболтовка 5139. А что, она полноприводная? Ну, это же типа МБ-100, только для каких-то... А, это МБ-100? Да, но он необычный МБ-100. Какой-то вообще необычный, я бы сказал. Совсем необычный. Вон, смотри, как колесо правильно вывернуто, да? Кастер завален. Это серьезная тачка просто. В повороты. Давай. У Андрюхи что сломалось? Подшипник. Логово дельфина пустует. Колеса новые. Колеса, блин, стер. Чуть-чуть пока по асфальту. 5000 наездил. Короче. Что у нас тут еще? Это все мое. Где-то потерялись подшипники со стопорами. Ну ничего, есть запасные. Так. А вон бампер еще мой. Короче, Нива почти готова. Логово дельфина. Где-то у него тут несколько раздаток. Он, вместо того, чтобы чинить, он меняет их. Потому что чинить в разы дороже, чем просто поменять на бэушную рабочую. Слышишь, Андрюха? Так а может у них... Какие-то приспособы есть, как менять этот фильтр топливный? Да нет, нельзя никак вытянуть. Нереально, да? Во-первых, что сначала стоит топливный насос. Охренеть вообще. Ну вот топливный фильтр. Где фильтр? Вот. Ну, вон, где. А, вот это фильтр? Да, поставили новый. Вот тут еще и насос был, тут всего. Ну, иди. Вот это фильтр? Сколько? Как Нива? 7900. 7900? Да. 7900 топливный фильтр. Не, ну Range Rover нормальная машина, я тебе скажу. Задача главное ее продать, а дальше уже она приносит прибыль производителю нормальную.
А чё она такая, слышишь, а чё? А чё она снизу такая страшная какая-то? Вообще, мне кажется, Нива 79-го года примерно снизу. Покажу сейчас. Ну, примерно одинаково выглядят. Так это 13-е, это 79-е. Это сколько лет у них разница сейчас? 21 и 13. 34 года разницы. Андрюха, они, говорю, внутри похожи очень. Тоже такое. С налетом. Тут чуть хуже, но это стояло много лет. Сейчас в болоте прописка строится и будет как новая. Что тут у нас? Кулаки старые сняли. Ух, блин, тут еще чуть-чуть осталось. Короче. А, слышишь, а где-то ж... Андрюха, а нашли новые эти тормозные? Подожди, ступицы же где-то лежали еще. Есть? Есть. Есть, да? Есть. Ну, новые именно, которые на 24. Ну, которые под этот подшипник. Да. Да. Есть оно все? Да. Вон лежат. А диски тормозные, подожди. Ну, как, выбрать какие-то, какие лучше, ну, да? Ну, выбирай что-то, да. Да не, ну тачка надежная. Посмотри, все в оригинале. Сейчас буду искать запчасти. Аккумулятор это мой? А мой не. Ну да. Значит, аккумулятор твой. Вон, видишь, какой у меня маленький радиатор. Ну да. Но он медный и трехрядный. Да, лучше думаешь? А тут двухрядный. Ну не грелось. Не знаю, кто лучше, кто хуже. А слышу, а капот торчит. Вот это надо посадить, да? Я смотрю, что как-то выгнуто, оно вот так. Ну видишь, вот так выгнуто. Из-за этого капот торчит. Когда закрыт, он. Не знаю, это надо к жестянщикам ехать. Есть у тебя профессионалы? Ну, кувалда у меня есть. Кувалда есть? Да. А, ну все, да. Мне скучно хочется уже. Через неделю поедешь. Да? Конечно. Да блин, чтобы мне эти отключения со света с этими долбанными кацапами, то уже все сделали. Да да. Ну ничего. Машина надежная. Буду искать запчасти где-то. Тут внутри коробка есть запасная. А, вот же, смотрите, что стоит самое. Самый фарш, который. Еле вперли. Вообще класс. Не жарко будет, хорошо. Ёханы баба. Range Rover. Работает? Не крутит. Поломался? Да нет. Через звук. Давление не может. Да чую. Балку не даёт нормально. Так она не ехала, да, или что? А он висит. Да, да слышу. А он должен... Там насос как в Жигулях недорогой, я вижу. Да, вот это все вместе. Не, вставку поменять только. А. Сам насос. Или не поменяешь? Поменяю, не поменяешь? Мне скинули выходки, вставки, вставка не подходит. Не подходит? Да, он толще, чем Жигулевский. Нет, тут разъем, бач. Лучше брать, я в сборе. Да это понятно. Да не, ну машина серьезная, тут нельзя. Ничего, колхозить. Все должно быть в оригинале, да? Купил Range Rover. Короче, выхлоп такой. Не слабый. А, под, а это тоже все из-за того, что да, чтобы бак? Чтобы бак снять, это редуктор надо. Редуктор, выхлоп. Кардан. Кардан. Все на. Слышишь? Так я понял, на фоне замены еще фильтр недорого стоит, наверное. На фоне замены. Короче. Range Rover нормальная тема. Не, Нива лучше, да? Однозначно. Конечно, блядь. Ну и нахер. Да ну елки-палки, да что ж такое? Да не, вон у нас тут подшипнички, кто не видел уже все ивековские. Ивековские. Да полный фарш. Крутить, блин. Да надо один раз починить, вон новая там ходовая уже вся. А где мои суперамортизаторы людям показать? Три этих самых. Шо? Три машин, три Опеля можно сделать. Та Опель то не это. Три Пассата можно перебрать. Ого, конечно. Разобрать и по новой забрать. Хоть амортизаторы людям покажу, какие у меня супер модные. Ультра СР Каяба. Они не сжимаются ж, да? Да, они не сжимаются. Ну, надежные, значит. Может, и там где-то лежит что-то. Да, а вот, ого, а сиденья у меня два, видели? Да, два, три. Три сиденья, да. Офигенно.
Да нет, тут все продумано до мелочей в этой машине. Да. Так это я же вижу, я показывал уже вообще. Полный фарш. Оно сейчас открывается? Ну конечно, таки нажимать надо. Класс вообще. Так можно открыть, чтобы воздух заходил. Ну да. Пилоту не душно было. Бак же на месте. Было же все разобрано, было до болта, короче. Ничего не было. Мотора не было. Бака. Короче, если... все разобрали, что могли. Если была еще одна такая, было бы две, бля. Не понял. Если бы еще одна такая Нива была, было бы две, бля. Две собрали? Да. Как будто там запчасти еще на одну. Еще на одну есть, да. Да ничего. А вот запчасти от Нивы в мусоре. А что от Нивы в мусоре? Да не мусорится, оно у тебя так стояло. А, так может там это, может там подшипники. Смотрели там? Ну, вот. Я там только подшипники в кубике нашел. Это БУшные. БУшные. Да, там все страшно. Ёханы. А, вот тяги я нашел, которые получше. Это шестерки. Поставили новый, запрессовали. Я понял. Поставили все новое. Все новое. Ладно, короче, машина надежная, что сказать. Надежно. Детей запрессовали. Тяжело, да, что-то? Очень шли? Тяжело. Ну зато надежно уже будет, наверное. Ну да. Да не, ну тачка огонь, что там говорить. Не, ну их зробить, чи салон її зробить. Кожаный. Да, да. Ну да. Торпеду поставь Апельовскую. Какую Апельовскую? Не надо. Тут своя оригинальная, отличная, я вижу. Вон старые запчасти. И там еще. Да нет, тут все четко. Главное, что... Три сиденья. Все, блин, выхлоп какой. Выхлоп видели, какой у меня модный? Я бачу, то тоже этот, блин. Оригинал. А? То же резонатор. Да нет, то все как надо. Там рассчитано до миллиметра все. То резонатор. Дарницкий Акрапович выхлоп называется. То резонатор, а буде, блядь. А тут меняли что-то, не? Да. В Панаре. Там не. Поменяли, там тут нормально все. Нормально? Да, ці поменяли полностью. Ну, а так. Нижний? Який нижний? Продольный. Нижний продольный. Вот. Или... Там нормально? Да. Я понял. Тут просто повилітали вони нахер, розбиті були повністю. Да, я знаю, да. Да не, ну машина надежная, короче, скоро в оффроуд. Новые, сайлентблоки новые. Все. А, я понял. Сюда же ставится вот этот мост крепится. Да. Что-то упало. Сюда мост и варится до этого. Я понял. Будем подгонять, будем рубить. Мне нравятся люди, когда выбирают, понял, шины. А у вас какого года? 23-го шины? Ой, нет, это старые уже. 23-я неделя, 80-й год. Или 25-я. 23-е, 80-го. Нормально, походят еще. 175-80. Тут у Андрюхи еще интересно. Ну, смарт есть нормальный, заряженный. Был на выставке он. Ходовая с BMW. Диски оттуда же. Тут логово смарта рядом еще, видите, немножко есть тут. Короче, так прикольно смотрится. Был бы он полноприводный, цены бы ему не было. Хотя и он легенький, на хорошем зацепе сзади, посерьезней шины. Но тут проблема в остальном, что чем это все крутануть. Понижение это не под бездор. Тормозная трубка зеленой мечты. 43 года. Я не думаю, никто не трогал ее. Тупо уже немножко подразложилась. Сейчас поставим новую. В общем, подремонтировали мечту. Летит в потоке уверенно. Нива скоро, я надеюсь, поедет. Хотя там еще, конечно, работы есть немножко.
пока все. Подписывайтесь, до встречи.